Были ли красивыми русские женщины в истории? Одной из монолитных мифологем российского сознания является твердая убежденность, что русские женщины, если не самые, то одни из самых красивых в мире. Что у всех прочих народов, красота русских дам вызывает глубокую зависть, которую им никак не удается преодолеть, и никакой другой народ не обладает таким количеством красавиц на душу населения. На Западе женщины грубые и мужеподобные, на Востоке злые и маленькие, и только в России заповедник красавиц и умниц, отчего исходит завистью мужчины других стран. Что интересно, эта позиция не оспаривается никем, а вот русских мужчин принято традиционно и публично осуждать за внешнюю непривлекательность. Им вменяют в вину небольшой рост, в отличие от скандинавов, блеклые светлые глаза, а не горящие неукротимой страстью, как у испанцев, пивные животы, а не кубики пресса. Мужчины принимают это как должное, смиренно вздыхая, хотя это невозможно, чтобы в одной популяции и общих генах один пол был поголовно красивым, а второй, не менее поголовно, страшным. В ход идут некоторые восхищенные высказывания иностранных модельеров, былой ажиотаж на русских невест в странах Запада. Явное и взаимное расположение иностранцев к россиянкам, причем из абсолютно любых стран, включая не вышедших из каменного века. Объясняется это не половой распущенностью, на что и слетаются иностранные ловеласы, а неотразимой красотой россиянок. Но давайте посмотрим, что говорили о красоте русских женщин в прежние эпохи. В средние века русские женщины не попадали в описание иностранцев, как объект оценки внешности, хотя Тамерлан и отметил, что женщины Руси очень красивы, когда вторгся и жег ряд русских городов, несомненно, пополнив свой гарем местными красавицами. А вот во времена, предшествующие смуте, иностранцы уже стали более частыми гостями Московского царства, составляли отчеты о нравах и порядка и, конечно же, касались вопроса красоты женского пола. Однако, нельзя сказать, что они были в восхищении. Например, английский дипломат Джильс Флетчер, отправленный в 1588 году в Москву с ходатайством о монополии на торговлю с северно-русскими портами, посчитал, что русские женщины на британский вкус совершенно некрасивые. Он отметил, что у них у всех изначально темный, болезненный цвет лица, возникший, наверное, потому, что они постоянно сидят в жарких покоях, занимаются топкой бани печей и часто парятся. Но, по его мнению, русские женщины знали, что быть темноликой некрасиво, и поэтому слишком сильно белились и румянились, стараясь скрыть дурной цвет лица и желая превратиться в красивых кукол. Скорее всего, дело было в рудиментах от монгольских канонов красоты в Орде, где было принято максимально отбеливать женское лицо, рисовать брови и глаза черным, а нередко избривать волосы на лбу и даже чернить зубы. Англичанин, однако, находил, что без косметики русские женщины бы оказались совершенно безобразными, хотя это скрывается их богатыми одеяниями и обилием украшений. Британский поэт Джордж Турбервиль, побывавший в Москве в 16 столетии, писал: «Ежедневно красясь, они достигают успеха, наложат краски так, что и самого благоразумного введут легко в заблуждение, если он доверится своим глазам». Лицо белили. В городах лица женщин кажутся как будто осыпанными мукой, а румяна как бы кистью размазаны по щекам, писал голландец Бальтазар Коэт, живший в Москве. Свинцовые белила были известны с глубокой древности. Еще Плиний старший сообщал, что эту краску получают действием острейшего уксуса на мельчайшие свинцовые оскребки. О том же пишет и Адам Алиарий. Московиты очень ценят длинные бороды и толстые животы. Те, у кого качества эти имеются, пользуются большим почетом. А женщины красиво сложены, нежны лицом и телом, но чересчур густо и жирно румянятся и белятся. Каких-то особенных моментов относительно русской красоты не отмечалось. Впрочем, большая часть знатных женщин почти безвылазно сидела в теремах и едва ли часто появлялась на улице.
английский врач Сэмюэл Коллинз прямиком из Кембриджа стал лечащим доктором царя и мог наблюдать массу русских женщин своего времени. Его мнение было откровенно отрицательным. Русские мужчины красотой женщин считают толстоту и вообще сущие безобразие низкие лбы и продолговатые глаза, для чего россиянки крепко стягивают головные уборы. Худощавые женщины почитаются нездоровыми, и потому те, которые от природы не склонны к толстоте, предаются всякого рода эпикурейству с намерением растолстеть, лежат целый день в постели, пьют русскую водку, потом спят, а потом опять пьют. И вот он упоминает обычай чернить зубы, как довольно массовый среди знатных и простых женщин, причем дожил этот обычай едва ли не до отмены крепостного права. Александр Радищев отмечал, что в провинции, в купеческих семьях, этот способ скрыть плохие зубы сохранялся вплоть до конца XVIII века. Парасковья Денисовна, его новобрачная супруга, бела и румяна. «Зубы как уголь, брови в нитку, чернее сажи», записал он в 1790 году. Барон Мари Даниэль Буре де Карберон писал в своих заметах о петровских временах, что женщины России обильно употребляют белила, но в целом довольно схожи с европейскими, хотя и слишком роскошно одеваются. Подобные суждения англичан о неумелом использовании косметики русскими женщинами подтверждал Костомаров. По его словам, они размалевывали себе шею и руки белой, красной, голубой, коричневой красками, окрашивали ресницы и брови, притом самым уродливым образом, чернили светлые, белили черные. Яков Рейтенфельс завершает сурово, как возмездие за поддельную красоту. Приближаясь к старости, они имеют лица, которые изрезаны морщинами. Вторит им и поэт Пушкин. «Люблю я бешеную младость, и тесноту, и блеск, и радость, и дам обдуманный наряд. Люблю их ножки. Только вряд найдете вы в России целые три пары стройных женских ног». Что касается доступности русских женщин, то этот момент также был довольно далек от лубочной идиллии. Французский посол Фуа де Ланьовель писал: «Русские женщины очень падки на иностранцев и очень легко решаются на близость». Алиарий также упоминал, что язык русских содержит такое количество непристойностей, что сносить это очень тяжело, что свидетельствовало об общей низкой нравственности народа. «У них употребительны многие постыдные, гнусные слова и насмешки, которые я, если бы этого не требовало историческое повествование, никогда бы не сообщил целомудренным ушам. Произносят их не только взрослые и старые, но и малые дети, еще не умеющие назвать ни Бога, ни отца, ни мать». После петровских реформ в России принудительно навязывались европейские стандарты красоты с худобой, при развитых формах у женщин, примерно равным использованием косметики как мужчинами, так и женщинами. Но в крестьянской среде царствовали прежние нравы, как касающиеся внешнего облика женщин, дородность, способность работать и рожать, так и морального облика. Далеко не везде в России супружеские измены и связи до брака порицались обществом. «У бабы же на первом плане деньги. За деньги баба продаст любую девку в деревне, сестру, даже и дочь, а самой же и говорить нечего. Это не мыло, не смылится, это не лужа, останется и мужу», рассуждает баба. «А проданная раз девка продаст, лучше сказать, подведет, даже даром, всех девок из деревни для того, чтобы всех поравнять. Охотники до деревенской клубнички очень хорошо это знают и всегда этим пользуются. Нравы деревенских баб и девок до невероятности просты. Деньги, какой-нибудь платок, при известных обстоятельствах, лишь бы только никто не знал, лишь бы шито-крыто, делают все». Исследователь русской деревни Энгельгард. С другой стороны, сам автор этих строк пишет, что виной тому крайняя нужда населения, где сумма, отдаваемая крестьянке за сношение, для чиновника и просто городского человека ничтожна, а для нее это месячный заработок. «Многие ли жены чиновников устояли в таких условиях?» – вопрошает он.
При этом он отмечает и развращающий фактор постоянных отхожих промыслов, батрацкой работы, когда тысячи крестьян уходят в чужие земли от семей и живут там весь сезон, создавая временные союзы. Отношения между мужчинами и женщинами у крестьян доведены до величайшей простоты. Весною, когда соберутся батраки и батрачки, уже через 2 недели все отношения установились, и всем известно, кто кем занят. Обыкновенно раз установившиеся весною отношения прочно сохраняются до осени, когда все расходятся в разные стороны с тем, чтобы никогда, может быть, не встретиться. Женщина при этом пользуется полнейшей свободой, но должна прежде бросить того, с кем занята, и тогда уже она свободна тут же заняться с кем хочет. Ревности никакой. Но пока женщина занята с кем-нибудь, она неприкосновенна для других мужчин, и всякая попытка в этом отношении какого-нибудь мужчины будет наказана, товарищи его побьют. На занятую женщину мужчины вовсе и не смотрят, пока она не разошлась с тем, с кем была занята и не стала свободна. Таким образом, в истории немного примеров, когда бы русские женщины считались особенными, красивее всех прочих и желанной в паре с любым иностранцем. Внешность их считали заурядной, характер довольно противоречивым, моральный облик невысоким. Таким было настоящее положение дел, без патриотической и романтической мишуры, раздувающей национальную гордыню. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.